Бег с препятствиями, биатлон, хоккей на траве, эстафета – все это можно было сегодня наблюдать на специально оборудованной площадке, где в рамках акции «Сделай правильный выбор» проходила спартакиада. Цель, которую преследовали ее организаторы – призвать школьников к здоровому образу жизни и задействовать в спортивных состязаниях. Особенностью мероприятия стало привлечение к участию трудных подростков. Инициативу поддержало открытое акционерное общество «Берестейский пекарь», оказавшее спонсорскую помощь. В рамках национальных соревнований, национальных спортивных игр проводится акция. С 2011 года стартовала эта акция, которая так и называется «Сделай правильный выбор». Участвуют в данной спартакиаде несовершеннолетние дети, которые обучаются в учреждениях образования Ленинского района. Традиционно, каждое лето, чтобы наши дети не просто отдыхали, а отдыхали с пользой, чтобы они занимались, стартует данная спартакиада. В командных соревнованиях приняли участие 11 школ и одна гимназия. Среди ребят были и дети, живущие в неблагополучных семьях, а также состоящие на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Этим школьникам, организаторами акции, всегда уделяется особое внимание. Ведь важно именно их призвать сделать правильный выбор, отказаться от вредных привычек и стремиться к хорошему поведению. Действительно попробовать и узнать разницу, в чем разница здорового образа жизни. И лишний раз не попробовать не выкурить сигарету, лишний раз не поддаться соблазну посидеть за компьютером. Мы считаем, что в этом случае это очень положительный результат. Тем более, что если бы это было неинтересно для наших школьников, то, наверное, они бы и не участвовали в этом. Каждый год мы стараемся принять в данном мероприятии участие, в связи с тем, что в наше время большое внимание уделяется в стране здоровью. И без физической подготовки в наших структурах никак нельзя. Должна физическая подготовка всегда быть на высоком уровне, поэтому мы всегда принимаем участие в данных мероприятиях. С каждым годом мастерство ребят растет. Ну и нам приятно это видеть, что также большое внимание в школах уделяется физической подготовке. Акция «Сделай правильный выбор» – хорошая традиция, которая на протяжении 5 лет собирает вместе учащихся брестских школ для проведения активного отдыха. Мероприятие также привлекает добровольцев из разных уголков региона. Сегодня большое внимание педагогов, представителей образования, управления внутренних дел и молодежных организаций направлено на воспитание подрастающего поколения. Важное место отводится трудным подросткам. Такая инициатива благотворно влияет на юных брестчан. И что самое главное, это отмечают не только организаторы, но и сами участники. Я участвую за 9-ю школу, но это видно. Вот, мероприятие мне понравилось, потому что оно приносит пользу. Если бы я сейчас сидел, к примеру, за компьютером и играл, то сейчас я могу побегать. Мне оно нравится.